Всем привет, ребята! Сегодня такой замечательный день. Холодно, правда, на улице, но это ничего страшного. Вчера ночью написал мне подписчик, говорит: Илюха, здорово. Я, говорит, живу недалеко от твоей дачи, там тудым-сюдым. Говорит, не знаешь, кого синхронизатора, говорит, взять? Мне Kawasaki, типа CZR-400. И мне, говорит, надо карбы отсинхронить. Я говорю, я пока свой брал, говорю, не отдал еще, могу тебе помочь в этом. Вот сейчас, в принципе, еду к нему синхронить карбы на его CZR-400. Поэтому сегодня будет контентик. Надеюсь, что интересный. Холодно, 12 сентября, прям реально дубак. На улице плюс 8 градусов и промерзаешь прям конкретно, даже 60 едешь, уже холодно. Узнал в транспортной компании, мне подписчик советовал транспортную компанию Кошелот для перевозки мотоцикла. Транспортной компании Кошелот получается дешевле еще практически на 1000 рублей, чем энергии. Поэтому, наверное, все-таки ей буду отправлять. Фиг знает, что дальше. О, на свой жор сплюнул на свой. Ну или просто харкнул. Как я боюсь этих открывальщиков дверей, хоть междурядье сильно стараюсь не наваливать, но все равно боюсь прям. Кто со знаком срывается в погоне за мечтой и теряет на финише победный настрой. Нет, не без пафоса, но точно без ненужных страз. Не достигнешь цели никогда, если не начнешь сейчас. Сжигаем нашу жизнь. Время уходит от нас, солнце погашу. Мы прожигаем нашу жизнь. И пока молоды, жечь ее дальше. Мы прожигаем нашу жизнь. Интересное, что я согласился ему помочь и даже имени не спросил. Он мне в Инстаграме написал. В Инстаграме у него ник какой-то там непонятный. И, короче, я даже не знаю, в принципе, к кому я еду. Но сейчас еду на дачу за синхронизатором, дальше напишу ему, и он мне уже объяснит, куда конкретно ехать. Кстати, синхронизатор моего друга хорошего, Андрюхи Свалова. У него есть свой канал на Ютубе. И, ну, он так его ведет, не то чтобы прям постоянно что-то выкладывает, но что-то выкладывает туда, поэтому в дань благодарности хотелось бы оставить ссылочки в описании на его канал. И кому интересно, переходите, смотрите, потому что он тоже на мотоцикле катается, у него Honda CBR F4i. Вы его не раз видели в моих видосах. Ну, кто-то видел, кто-то не видел. Тем не менее, короче, ссылочка в описании. Напишите ему под любым видосом в комменты. Спасибо от Ильича. Мне будет приятно то, что вы перешли, так сделали. Ну и ему, соответственно, будет приятно. Если не сложно, подпишитесь. Думаю, тоже человеку будет приятно. Он меня, в принципе, очень выручил, когда дал мне синхронизатор этот. Я настраивал свой мотоцикл, поэтому хотелось бы ему тоже сделать приятно. Ворота открыты. Да, не.
Да все. Все равно сейчас поедем за синхронизатором. Здорово. Тебя как звать-то? Миха. Миха, Илья, даже не это. Даже имени не спросил. Поедем куда? До дачи. Надо синхронизатор взять, мне просто одному везти его. Хочешь, бери шлем, вдвоем скатаемся здесь до дачи. Ну давай на машине скатаемся, в принципе, нет, похеру. Сейчас тогда. Следующая. Приехал мне этот мотик. Ага. Я у него Сашка, там, 16 лет. Чё? Есть время? Да-да, я не тороплюсь никуда. Не, бросил. 3 года уже не курю. Таблетки купил, 5 дней пропил, понял, что не получается и бросил таблетки пить. Нормально тоже, чё. Не, вот это. Я говорю, какой бенз берешь? Он говорит, 92-й. Ладно. С пацанами поговорил, вроде как 98-й говорит, блядь, леди. Залил, короче, поехал. Цепь была снята. Замочек он потерял. Потому что снял цепь почистить. И замочек потерял. Я поехал. У тебя цепь с замочком? У меня без замочка. У меня завальцованная, на ИН 400-ке завальцованная была. Ну, а замочек, который завальцованный, да, есть как? Ну, как на обычных, но. Короче, поехал, купил я с этой цепью, цепь офигенная, хорошее состояние. ФБР, как раз говорил, как раз мне сказали, 4 рубля синхронизация. В принципе, целое первое видео, я твое увидел, да, да, да. Выводит то. Вот, с этого и начал как бы смотреть твой канал, начал это, ну смотри, о, а ты катаешься ты возле меня. Вот, поехал, поставил все, помыл, смазал, поставил, первая моя поездка в сторону, как там, Анжелесу, что-то на Shell заехал. 98-го нет, у них максимум V-Power. V-Power не на нем есть, все время. Взял V-Power, налил. Он сначала, когда скатили они мне, он такой троит, вообще еле как работает. Ну, типа, свечку там может почистить, может просрется. В итоге просралось. Работал более-менее нормально. Ну, как бы есть провал в определенных оборотах. Ну, более-менее работал. В итоге, короче, я скатал, который залил на V-Power. Он привез, он мне говорит, я там 3 литра всего заливал, типа бак совсем пустой был на резерве. Я когда залился нормально. Так он тебе продавал его прям домой привез, что ли? На газели. Нормально. Вот. Короче, я с резерва на он переключился, на V-Power откатался, он у меня кончился бензин. Здесь прямо в голове что-то стоял, там газовал его, прогревал. На резерв опять переключился. И вот сейчас пиздец, как он опять работает. Я не знаю. Вот, да у тебя, походу, полные корбы говна просто. Просто так синхронизировать как бы смысла нету. Надо поплавковой камеры хотя бы вскрыть будет, посмотреть. Что там он чек мне показывал на этом, что там новые иглы с седлами стоят. Ну и чё? Не, ну я понимаю, что там говна нужно. Чудо техники стоит почти дома. Хотя я свой первый Yamaha вообще домой закатывал. Может быть ты? Может быть и я. Посмотрим, как это чудо работает. Бензин подкачаем. Сейчас подпрогреется маленько. Вот здесь переключим. Что, это на резерве сейчас? Да. Да и пускай будет. Какая разница? Ну, чтобы он слишком давно не сосал. Да если ты уже ездил так, он уже насосал, если оно там было. Согласен. Крышка есть это? Нету. Она у него есть, он говорит, я привезу и потерял по телефону, когда я сосал. Но, а на нем на учете стоял? Не на нем. Стоит на учете у человека, с которым есть контакт, я уже позвонил. Ну, понятно. У него, скорее всего, и нету, или он потерял, так он просто. Потерял, же. Скорее всего. Потому что я его просто, на том стоит на учете, он говорит, я все включу, когда должен. Слушай, это что будет? Нет.
Блядь, не будет проблем в КАИ? Нет. Не будет? Не должно быть. Но в нашем Кемеровском может быть, конечно, но в промышленном, например, или в Березовске поедешь, нормально учет поставишь. Так, ну, вареный, да, падал, треснуло, скажи. С обоих сторон, ладно, мы тоже вместе. Ну, на обе стороны падали, мотоцикл не новый. Ну вот, тырчик прогрелся, в принципе, обороты особо не плавают, стоят нормально. Мотор работает хорошо, довольно-таки тихо, но провалы идут. Вот, очень медленно обороты набирает. Скорее всего, карбы даже синхронить не придется, они просто засраты. Сейчас разберем, посмотрим. Просто у тебя засратые, походу, они. А ты его когда забрал, он лучше ехал, потом хуже, да? Нет. Нет? Я бы даже сказал наоборот. Так сейчас он нормально едет, в смысле? Расскажи, вот, как он вообще себя ведет. Смотри, изначально, когда я его забрал, он, вот они его скатили, завели, он вообще троил прям откровенно, один горшок, ни на каких оборотах даже не включался, потом маленько прогрелся, начал включаться, так, очень с перебоями работал. Потом я поехал, заправился, ну, нормально, не делал старым бензином, да, нормальным, и он прям, ну, как получается, просрался, да, и он прям поехал хорошо, понимаешь, ну, нормально, но все равно, вот, знаешь, вот как на ходу, как бы, вроде. Но у него после 5-6 тысяч должен прям хороший приход начинаться. Вот я заметил, мне кажется, после 8 у меня этот приход хороший прям начинается. Но на холостом, вот когда вот он, ну, вернее, на нейтралке он стоит, работает, вот это никуда не девался. Она всегда была вот тут стреляет, там что-то там, как будто один горшок отключается на время, потом включается. Надо обратно. Короче, сейчас посмотрим, вскроем поплавковые камеры, посмотрим, что там в карбах. Сейчас вот так вот разберем его. Разобрался мотоцикл. Сейчас подключим синхронизатор, проверим синхронизацию карбов. Мне кажется, с ней почти все в порядке или около того. Потом снимем карбюраторы, перевернем. Открутим поплавковые камеры, посмотрим, что там внутри происходит. И уже от этого будем отталкиваться. Подключили синхронизатор. Сейчас запущу двигатель. Посмотрим, насколько у нас будут стрелки разбегаться. Можно увидеть? Он пугается сейчас. Ладно, иди. О, песики. Песики. Так, ладно. Что, он не заводится? Абенц? Ну, в карбюраторе же должен быть. Ну да. Мы же его сначала заглушили, потом. Вскрытие показало, пациент умер от вскрытия. Так, есть аккумулятор нормальный, автомобильный, или какой-нибудь прикурить его? Ну, он, аккумулятор пилоха. Подключили прикуриватель. Медведем сейчас должен нормально завестись. Но, в принципе, как я и говорил, по синхронизации здесь почти все почти идеально. Плюс-минус маленько. По синхронизации почти все в порядке. Сейчас вскроем карбы, посмотрим, что там происходит. Сняли карбы, короче, вынесли на улицу, как бы посветлее. И вот есть следы деятельности рукожопых мастеров в виде задроченных болтов. Но это ничего страшного. Сейчас начнем с этого болта, открутим его и посмотрим, что под поплавковыми камерами. Держи камеру. Грязь есть и такая вполне крупная. Надо посмотреть.
так, в принципе-то, ее не очень много, но она имеется. Сейчас остальные вскроем крышки, посмотрим, что там. В принципе, карбы не сильно засранные. Ну, в поплавковых камерах есть в каждой есть там вон на дне немного параши. Надо сейчас кататься до магазина, купить очиститель карбюраторов, продуть хорошенько. Сейчас выкрутим винты качества, плоскую отвертку тонкую принеси. Винты качества надо выкрутить, посмотреть, насколько они закручены, насколько одинаково во всех карбах. Сейчас посмотрим, получается, что тут. Половина. Один. Полтора. Два. Почти 2,5. На улице пошел дождь, переместились в помещение. Тут, конечно, условия не самые благоприятные, но ничего страшного. Что видим? Одна пружинка вот такая вот, вот здесь застряла и не вытаскивается оттуда даже проволокой. То есть пружина разгибается, она там прям что-то как-то прикипевшая, не знаю. Продул канал и все нормально. Сейчас промою все жиклеры. И вот эти вот резиновые колечки тоже бы желательно поменять. Они уже как пластмассовые стали, дубовые. Но нету пока. Ничего. Сейчас почистим, просто все до конца соберем и будем пробовать, как работать будет. Собрал карбы, почистили. Получается, винты качества закрутили также по 2,5 оборота, как они и были до того. Сейчас с бутылки заводим. Первый запуск, даже не пробовали еще запускать. Подержи камеру. Даже тросики сейчас сняты все. Подсосом тянуть. Есть свечи? Нет. А чем ты свечи менял? Брал. Съездили до меня, взяли свечной круч и круч свечной. Ключ взяли свечной, выкрутили свечку и уже проверяли раз, покрути сам. Нету нифига искры, то есть схватывает там на одном-двух цилиндрах, непонятно, свечкам беда. Может быть, из-за свечек тоже были там пропуски, он плохо обороты набирал, что скорее всего. Ну, карбюраторы почистили, там была грязь, тоже не зря сделали, я считаю. Вывернули все свечи, сейчас глянем, что там по искре у нас. На этой есть, вот что-то свет погас. На этой где-то внутри что-то пробивает. И на этих двух. На одной есть, на второй нету. То есть на вот этой нету. Так, окей, я привез, так вот получается, на вот этой нету искры. Я привез тут из своих старых запасов немного свечей. Сейчас попробуем что-то вкрутить и посмотреть, как оно будет. Закрутили сборную солянку из свечей, которые показались на первый взгляд более-менее живые. Сейчас попробуем запустить. Другое дело. Сейчас прогреется и синхронизацию проверим. Может, не стоит даже проверять, по-моему, все идеально. Ну, сейчас прогреется, пойдем, что здесь не дышать. Такой вот дроческоп. За сколько ты его купил? За 80 тысяч рублей, в принципе, но за эти деньги только Яву можно купить. А из японских мотоциклов, я считаю, даже... Как бы я вообще люблю зизеры и очень рад зизерам, и хоть там некоторые блогеры говорили, что зизерам тут не рады. Я зизерам всегда рад. Я люблю с ними ковыряться, мне не нравится. Такой, сказать, мотомазохист. Подключили тросики. Все заводится. На одной катушке стоять, вторую подключить надо. Провод надо вот этот заизолировать. Все работает, говорит, что я тебе должен, я говорю, ничего, он говорит, такого не бывает, ну, такой презент. Что, нашел изоленту? Нет. Ищи. Андрюха, тебе еще раз спасибо за синхронизатор. Опять синхронизировать не стали, синхронизация почти идеальная. Не полез я синхронизировать ничего.
потому что смысла в этом не вижу. Прямо идеально в нитку выставлять. Все равно выработка на карбюраторах есть. И как бы в нитку ты не выставлял, через 2-3 моточаса все равно они плюс-минус маленько собьются. Вот. Сейчас, в общем, собираем, одеваем фильтр-бокс и покажу, как работать. Ну вот он сейчас обороты немножко вяло набирает, с фильтром-боксом должен намного лучше набирать. Вот такая вот нотка благотворительности сегодня была. В общем, как мы разобрали мотоцикл, так и соберем. Собрался мотоцикл. Сейчас попробуем запустить собранный. Все, сейчас работает. Холостые, полторы, даже 1200 стабильные. Сейчас прогреется, посмотрим, как обороты набирать будет. Фу, воняет, прям почти в доме мотоцикл. Короче, пока бак не поставили, работал на 4 цилиндрах, все нормально было. Видимо, сборная солянка из свечей, которые бэушные, чуть живые, какая-то опять на 1-м или на 4-м цилиндре вышла из строя, потому что 2-й, 3-й отключаешь, сразу глохнет, а 1-й, 4-й, получается, катушку отключаешь, он чуть-чуть хуже работать начинает. То есть либо 1-й, либо 4-й цилиндр не работает корректно. Ну а так, в общем, работать вроде до того, пока бак не одели, ровнее работал. Сейчас надо свечи заменить и потом уже производить настройку качества смеси методом, как говорится, как этот метод назвать, когда по нагару смотрят, короче, прокатиться, выкрутить свечи, посмотреть нагар и покорректировать уже по цвету нагара. В общем, на этом я, наверное, закончу это видео. Мотоцикл собрали, работает, заводится сейчас хорошо, но вот с оборотами немножко лажа, но это из-за свечей. То есть из-за того, что нету нормальных свечей, нету возможности сейчас нормально настроить мотоцикл. Ладно, всем огромной удачи, до новых встреч. What?